Всем привет! Сегодня мы покажем вам Чебурашку сказочника. Он также поет песни, рассказывает азбуку в стихах и просто дает море позитива. Давайте посмотрим его. Рассказывает интересные сказки. Хочешь послушать одну из моих сказок? Курочка Ряба и Колобок. Жил-был. Хочешь послушать одну из моих сказок? Лисичка, сестричка и волк. Волк и семеро козлят. Рассказывает азбуку в стихах. А, арбуз. Кто на грядке перед нами? Полоса один. Единица так стройна, тоньше веточки она. Хоть мала, да ей почет, счет любой с нее начнет. Дает море позитива вашему ребенку. Приходите, Воинчак.